утра, помните, здесь состоялось ДТП с автобусом, но до сих пор еще стоят, только приехал ДПС. Хочу всех поприветствовать, дорогие друзья, в поселке Витязево, город-курорт Анапа. И мы с вами сегодня отправимся на еще один пляж, с которым можно поближе подъехать, ну, при этом не нарушая водный кодекс Российской Федерации. В Крыму официально признали о том, что вот сегодняшние взрывы были диверсией. То есть в прошлый раз было очень много в соцсетях, там писали, смеялись там о том, что там курил, кто-то не курил. Сейчас официально признали, что это диверсия. Всем желаю мирного неба над головой. И давайте все-таки поговорим о том, как у нас хорошо и прекрасно. С утра шел ливень, а сейчас у нас жара. Температура воздуха 32 градуса показывает. У меня в машине светит солнце, практически нету туч, только там где-то на горизонте. Поворачиваем с улицы Горького на Черноморскую и едем вниз на спуск. Единственное, нас здесь уже встречают пробки. Это прям печалит. Передвигаться стало нереально сложно, все потому что спасибо вам, что вы приехали. Все приехали практически на машинах, и вас очень много. Сделаем ход конем, попробуем свернуть на переулок Приморский и уйти вот сюда направо, потому что к Черноморске так мы будем долго очень спускаться. И выезжаем на улицу Мира. Она пока здесь пустая, это хорошо, так что можно прокатиться, сэкономить маршрут. Вот если бы проспект этот реализовали до конца, как нам обещали, то было бы вообще классно. То есть это был бы дублер Черноморской, и можно было в конец Витязева туда на Песчаную уезжать еще и по ней. Но пока это осталось только как обещание. Очень надеемся на его исполнение. Улица Мира, туда можно тоже проехать по прямой, поставить машинку и пройти к морю. Но тут будет много людей, потому что сюда приезжает и маршрутка 23-я, поэтому поворачиваем направо и едем в сторону пляжа Лок-Витязь. Обычно по утрам мы едем вот сюда на пляж, туда за ВФВ, на дальние пляжи поселка Витязева. Сейчас мы поворачиваем налево и едем прямо, где база отдыха Слава. С остановки Лок-Витязь можно приехать сюда на маршрутке, если вы хотите, 128 ходит. И здесь можно попробовать припарковать машинку и пройти прямо на пляж на Лок-Витязь. Очень хорошее место, сюда очень часто приезжал с семьей. Но есть возможность подъехать ближе, без выезда на песок и попадания под штраф, я думаю. Это очень важно знать такие места. Все зелено возле глобуса выглядит. И вот дождики напоминают небольшая всего лишь лужица. И сразу же за глобусом, друзья, мы поворачиваем налево. Здесь впереди стоит шлагбаум. Хотя он 100% незаконный. Машину можно поставить по левой стороне. Или вот сюда направо проехать. То есть они типа свой асфальт перекрыли, чтобы вы туда не заезжали. То есть хозяева вот этих гостевых домов взяли себе и перекрыли сюда подъезд. То есть решили, что это личная их территория. И сюда заезжать только по пропускам. Ой, какие красавцы, прям обожаю таких людей на самом деле. Очень много парковочных мест, в принципе, можно на них подъехать и остановиться. То есть парковка расчищена, значит, наверное, согласовано как-то с администрацией. Хотя хотел по-человечески выехать на дороги общего пользования и паркануться там. Получается, поступаем все как всегда. Ну, в любом случае, еще один выезд или выход к морю для вас, дорогие друзья. То есть туда дальше выезжать не надо, там люди ходят пешочком. Вот здесь денег можно поставить машинку свою и совсем чуть-чуть пройти до пляжа. Слышишь, там почему в Анапе везде там беспредел? Ну вот он начинается с таких вот моментов. Прикиньте, вот жители вот этого сектора решили себе отгородить дорогу и сказать, что это все теперь наша территория. Я понимаю, что они ее делали за свои деньги, там ее не делала администрация. То есть, ну, дороги вообще находятся в муниципальном пользовании. То есть, и поставили шлагбаум. Прикиньте, вот мы сейчас соберемся в Витязево, решим, что нахрен нам все эти люди, которые к нам приезжают, поставим все шлагбаумы, никого сюда пускать не будем. Блин, ну закон же на один для всех. И вот начинается все всегда вот именно с такого, с местечкового, то есть самоуправства. А потом уже хотим требовать чего-то от власти. Вот когда начнут забирать эти территории под другие гостевые дома, они будут вспоминать о том, что есть закон, есть сила. Ладно. С этих отелей тоже, вот, допустим, Корода Фэмили находится, у них там свой настил проложен. Здесь есть настил для того, чтобы пройти на пляж с этого пляжа. И туда вправо еще ходит настил. То есть очень много разнообразных проходов, которыми можно воспользоваться и прогуляться к морю. Слышу, как отсюда даже шумит волна. Несколько шагов, и мы там, дорогие друзья. Попробую в навигаторе с Яндекса кинуть сюда кликабельную точку, чтобы вы могли приехать. Так что не жмете на ссылочку, вас перекинет навигатор и отправит сюда. Но что с координатами, что-то у вас сложности, друзья, когда я их пишу просто на экране. Хотя на самом деле просто вбиваете в любую навигационную программу, и она вам выкидывает точку на карте. Нажимаете «Проложить маршрут» и поехали. Тут вижу, что были пробиты дюны. Раньше, кстати, ни разу здесь не ходил. Эти деревья завалены. Очень жалко. Лох серебристый наш, который тут рос.
ну, решили сделать проход через него. Вот влево показано тот Atlantic Beach, вот сюда прямо это между заборов проход к морю. Флаги черные и красные повесили. Давайте немножко взлетим, посмотрим на все это дело сверху. Что там вообще на пляже происходит, потом дойдем пешком. Точно, как оттуда воют сирены, и людям говорят о том, что, ребят, давайте не будем купаться. Слышите, как сирены звучат? В общем, налетались от души, я думаю, насмотрелись. Я чувствую, что именно с нашего Орлана немножко опять закосячилось видео, потому что очень долго там видео сохранялось. Ну, не знаю, почему это происходит, или опять в лощике хана, то есть это на два месяца не хватило полетов и записи, это прям печально. Хотя до GoPro пишу гораздо больше, ну, здесь такая вот ситуация. Смотрим, пляж Atlantic Beach, там волейбол ребятки играют. Здесь был, помните, Гарниер и Пятерочка, бесплатный пляж, теперь его больше нету. Здесь санаторий Глобус пляж, поэтому он закрыт, если остался пролет, то я прям вот эту дырку пролетел. Было прикольно. Вот туда направо пошли, там общий проход. Но я думаю, что интересно зайти на Atlantic Beach, и можно будет назвать это видео как Atlantic Beach, потому что узнать, какие там есть благоустройства и чем вы можете воспользоваться. Еще меня очень удивили полицейские, которые шли по пляжу. Обычно они идут на тех людей, кто утонул там, либо, ну, погиб. Здесь вот пришли, пообщались со спасателями. Не знаю, может быть, просто уже опрашивали после случившегося. Так, смотрим. Atlantic Beach Family Holiday. И пойдем смотреть. Ребята здесь играют в волейбол. Место для курения. Есть душ и возможность помыть ножки. Это тоже очень круто на пляже. Переодевалки. Пляж находится под видеонаблюдением. Нормально, чай на травах. Душистый. Здесь есть бар, в котором можно попить чаечек, посидеть, отдохнуть. Наш знаменитый дедушка чилит, который танцует лучше всех, кто его помнит. И смотрим, детская площадка есть. О, кстати, а это вот с Пятерочки Гарни осталось. Вот эта тема с зарядками, то есть можно подключиться и подзарядиться. Ну и, собственно, сами лежаки. Бесплатных тут нету, надо узнать только сумму, почем. Выглядит пляж очень красиво. Я так понимаю, что зона Wi-Fi есть 100%. Парень сидит в интернетах, что-то с ноутбука смотрит. Еще один бар с кальянчиками и всякими другими развлекухами. 250 рублей на весь день лежачок стоит. Вот такое бунгало большое, 1500 стоит прокат. То есть, видите, люди приезжают и отдыхают, рвутся в удовольствие. И вот такая вот зона отдыха стоит 1000 рублей на весь день. Отличие от большой, но чисто та больше, это меньше. Мне кажется, тоже неплохо. Спасибо большое. Цены
на кофешке можно взять. И смотрим сам пляж. Сегодня купание запрещено, но людей, купающихся в море, я думаю, что вы сверху видели. И так, в принципе, увидели довольно-таки много. Если даже не сказать, что прям очень много. Молодцы те, кто купаются в прибрежной зоне, но я видел сверху очень много тех, кто заплывает довольно-таки далеко. Жалко, ребят, если вы купаетесь в последний раз. Ведь те, кто утонут, потом купаться больше не будут. Хотя вот по сути, вот я пришел, вот здесь вообще будет безопасно. Просто ветер западный, ребята, и это самый опасный ветер, который только может приносить нам все ненастья. Хотя с утра они все прошли и никаких бед нам не принесли. Обычный дождик прошел, все, кайфанули, все хорошо. Сейчас самое главное, вот девушка, видите, вот здесь вот по колено на кругу плавает, на волнах катается. Не лезьте глубоко, чтобы вас могли спасти. Потому что все-таки стресс от удара волн, он такой-таки велик. В общем, там ходит на пляже Лок Витязь спасатель, который пытается призывать всех выходить из моря, но его никто не слушается. Температура воздуха у нас 31,1 показывает, можете увидеть. И сейчас узнаем температуру воды. Движуха здесь идет по полной программе. Море шумит, температура воды 29,3. Бля, какие температуры? Я на самом деле в шоке, это бассейн. Водоросли все сдуло этим, и что, хорошо. Вот помните, я вам показывал, кстати, вот выбросы, да? И вот здесь они тоже есть в небольших количествах. Но вот эта черная полоска вот с этими круглыми шариками. Видите, вот призывают, выходите, давайте, покидайте море. Нельзя купаться, зачем вы рискуете? Здравствуйте, как вас зовут? Владимир. Откуда вы? Санкт-Петербург. Как вам здесь отдыхается? Отлично, хорошо. Самое главное, а где отдыхаете? Здесь, Витязева. Не, ну адрес есть какой-то? А, да, в гостинице «Зодиак». Как еще? «Зодиак». «Зодиак» нравится там? Да, очень. Ну, это самое главное. Отношения хорошие? Да. Все, вам отличного отдыха, спасибо. Да, рад знакомства. Вот так вот наши отдыхающие, любимые. Ну что, ребят, я покидаю пляж, желаю всем хорошего отдыха. И чтобы действительно у вас у всех все было просто великолепно. Вот один из пляжей вам сегодня показал. Атлантик называется. Единственное, что берегите себя. В общем, друзья, путешествуйте, смотрите, приезжайте в хорошие места. С вами был Юрий Азаровский. Желаю всем здоровья, счастья, долгих лет, чтобы все было хорошо и жили вы без бед.